В городском дворце культуры состоялся творческий вечер отличника культуры Республики Казахстан, известного кюиши и педагога-домбриста Мирамгуль Альдикеновой под названием «Кюй-казына». Поздравить музыканта с 30-летием творческой деятельности пришли заместитель акима города Айдар Садырбаев, руководитель отдела культуры и развития языков Назирке Акожина, а также представители интеллигенции и жители города. Подробности у Бакыт Кульказиз. Главная награда для артиста – это овации зрителей. Вот уже на протяжении 30 лет Мирамгуль Альдикенова выступает на сцене с главным казахским музыкальным инструментом – домброй. В честь этой юбилейной даты в городском дворце культуры прошел творческий вечер домбристки «Кюй-казына». Это мероприятие является отчетным вечером моего 30-летнего труда. На этом творческом вечере будет не только исполнение куев на домбре. Пришли мои ученики, у большинства из них есть второе образование – дирижер. Сегодня они выступят вместе с оркестром. Поздравить артистку с юбилеем пришли руководитель отдела культуры и развития языков Назирке Акожина, коллеги, друзья и родные. Мирамгуль Тургалиқызы родом из Абайского района. Получила свое первое образование в музыкальной школе села Караул. С отличием окончила музыкальное училище имени Мукана Тулебаева и Государственную консерваторию имени Хурмангаза. Поздравить свою ученицу пришла и первая педагог, которая проложила путь к творчеству, Нурзия Габдуллина. Мирамгуль была очень талантливым ребенком. Когда она обучалась у меня, участвовала и впервые стала лауреатом республиканских конкурсов. Окончила консерваторию. Всегда отличалась своим интеллектом и знаниями. Ее талант сегодня признали все, и я очень за нее рада. Мирамгуль Тургалиқызы является не только успешной домбристкой, но и педагогом, обладателем нагрудного знака Ыбырай Алтынсарина, которая воспитала более 50 музыкантов. Сегодня ее ученики выступают не только на казахстанской сцене, но и на международных конкурсах и фестивалях. Среди них есть такие домбристы, как Зинур Галимов, Бакнур Жунспеков и Айбек Пекпусын, которые пришли поздравить своего учителя. Домбра развивается благодаря тому, что дети обучаются у таких квалифицированных учителей и могут посмотреть на себя с другой точки зрения, которые вкладывают большой труд в деле воспитания талантливых музыкантов. Многие ученики сегодня добились больших высот. Есть лауреаты республиканских и международных конкурсов. Я считаю, что домбра будет развиваться только тогда, когда будут преподавать такие высококвалифицированные педагоги. Стоит отметить, что Мирамгуль Альдикенова виртуозно владеет не только домброй, но и играет на гитаре, пианино и щертер. По стопам своих родителей пошла и дочь Мирамгуль Альдикеновой Алия. Сейчас она учится в том же учебном заведении, где обучались ее родители. В этот вечер она также выступила на сцене. Думаю, что вечер проходит на высоком уровне, так как была проделана большая работа. Спасибо всем, кто пришел и поддержал мою маму. Желаю ей больших творческих успехов. На творческом вечере состоялась презентация книги Мирамгуль Альдикеновой «Домбра Пернелеры». В ней автор делится своими секретами обучения домбристов. Творческий вечер завершился зажигательным кит-артысом, который исполнили студенты музыкального училища вместе с именинницей. Бакыт Кульказиз, Самат Секенов, Илияс Сабит, телеканал «Семей».